Этот пирог не оставит равнодушным ни одну сладкоежку. Делюсь с вами рецептом пирога с яблоками и карамелью. В просеянную муку добавляем масло комнатной температуры и перетираем в крошку. Далее добавляем соль, сахар, разрыхлитель и перемешиваем. Добавляем яйцо, воду и замешиваем тесто. Тесто перекладываем в пакетик и отправляем в холодильник на 20-30 минут. А пока займемся начинкой. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Слегка отжимаем лишний сок. Добавляем сахар, корицу, перемешиваем. Начинка готова. Тесто делим на две неравные части. Большую часть раскатываем и выкладываем на дно смазанной формы, формируя бортики. Далее кладем начинку. Накрываем второй частью теста, защипываем края, формируем бортики примерно сантиметр и отправляем выпекаться на 30 минут. Пока пирог остывает, займемся карамелью. Топим сахар на сковороде до полного его растворения. Далее частями добавляем горячие сливки и быстренько перемешиваем. В конце добавляем сливочное масло, перемешиваем, карамель готова. Заливаем пирог горячей карамелью и отправляем в холодильник до полного остывания. Нарезаем и наслаждаемся. Пирог безумно вкусный, ароматный, обязательно его приготовьте. Приятного чаепития!